Откуда я знаю, про что ты говоришь? На пизды. Да. Какие клапаны, блядь, обратные, передние, блядь, задние. Понятно, блядь. Хорош. На какой борт у тебя? На жопу садит. Так, так. Да не, вы не докачали ее. Блядь, у меня ебаный в рот, теперь все шорты еще мокрые. Давай. Вы ее не докачали. Юр, ну я нахуй, да я выйду в пизду. Давай, а у Юры вообще не накачан. А у Юры течет с жопы. Вот слышишь? А, снизу. Подожди. Резко переверни. Пузыри будут. Нашел. Секция или дна? Ну вот, пожалуйста. Где-то же видно. Вот она, ее видно. Это, я не знаю, дно или секция. Это секция средняя. Ну, значит, уже секция, все. Так, хорош, подожди, дальше поехали. Кому после этого уже не услышал другого. Да. То можно сапог резиновый надуть, на нем плавать. Отличный, ну, такой день. Такой мы снимать не будем. Так. Одна вот. А вон прям да, это одна. Вторая. Затнул. Нет. Вторая где-то вот здесь. Ни карандаша, ни ручки нету. Вторая где-то еще была. Одну держу. Не, нигде. Не знаю, вот где-то вот звук был отсюда, откуда, с кормы. Может там? Нет, ну, ладно, с кормы одну, было нет. Одну вон клей. Там, смотри, клеено, сколько дырок. Ну, дырки приклеим, не текут. Вот где? Дырку надо. Вот она. Может, а видно. Может, туда соломинку воткнуть? Ее видно, вот. А, вот. Слышь, а соломинку не хочешь туда воткнуть? Слушай. Где-то еще одна. Снимите. И само это. Написано, не надувайте изделия в течение 12 часов. Длинно. Не понял. То можно сапог резиновый надуть, на нем плавать. Отличная, ну, идея. Такой мы снимать не будем.